Брайтон Бич Бордо. Брайтон Бич Бордо. Возле ресторана Татьяна идет, предлагают голосовать за кандидата Демократической партии. И последний британский принц Гарри обогнал самого быстрого человека планеты, многократного олимпийского чемпиона и рекордсмена Уэйсона Болта. Символический забег на 30 метров состоялся на Ямайке, где 13 часов тренировочную базу местной сборной по легкой атлетике. Не дожидаясь финала старта, Гарри обогнал Болта, который делился с дисциплинами спортивного мастерства, побежал к финишу. Прославленный спринтер, не ожидавший подвоха, лишь развел руками. Финишу Болт пришел вторым, но пообещал принцу реванш на Лондонской Олимпиаде, которая состоится этим летом. В заключение выпуска информации о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ясно и безоблачно, до 60 по Фаренгейту 16°. Ветер юго-западный, будет со скоростью 8 миль в час, 4 метра в секунду, относительная влажность воздуха 60%. Завтра, в четверг, по сведениям синоптиков, в Нью-Йорке сохранится. В ресторане люди сидят и обедают. Возможно, небольшой дождь. Днем 64 по Фаренгейту, 17 по Цельсию. Метеослужба Бостона сообщает, сегодня в Бостоне солнечно и ветрено. Ветер юго-западный, 17 миль в час или 8 метров в секунду, 55.